Начальной точкой автопробега выбран монумент воинской трудовой доблести пензенцев. Проехав по заданному маршруту, участники финишируют у афганских ворот. Там запланировано возложение цветов к вечному огню в память о тех, кто не вернулся из боя. Акцию организовали две спортивные федерации Пензенской области – автомобильного спорта и бокса. Присоединились к ним и представители ДСААФ. Всего собралось более 20 машин. Чтобы все мы сплочились, чтобы мы понимали, что мы одно, как бы вот. В связи с этим, чтобы люди видели, чтобы патриотизм просыпался. В связи с этим решили собраться. Уже по ходу движения колонну приветствовали проезжающие мимо автомобили. Именно в этот момент над Пензой появилось яркое солнце, как знак прихода настоящей весны.